Україна згадала про кір у масових масштабах. Спалахи фіксують і на Дніпропетровщині. Нагадаю, що кір – це надзвичайно заразне, гостре вірусне захворювання. В основному на нього хворіють нещеплені діти, що відвідують дитячі заклади. Проте підлітки і дорослі, які не хворіли та не отримали вакцину проти інфекції, також залишаються в зоні ризику. Яка ситуація на сьогодні в області та місті, запитаємо у нашої гості Наталії Шмалько, керівниці відділу лікувально-профілактичної допомоги дітям та матерям Дніпропетровської обласної держадміністрації. Пані Наталія, вас вітаю. Добрий вечір. На щастя, ми не в Одеському регіоні, де маємо і летальні випадки у 2017-му. Та що про 2017-й? Вже в 2018-му дитинка померла, так? Інформація така і була, да. Отже, що маємо на Дніпропетровщині? Давайте по цифрах, по-перше. Ну, хочу сказать о том, что действительно в прошлом году мы начали регистрировать все-таки так активно повышение заболеваемости. Если в 2016 году у нас было 2 случая на всей Днепропетровской области, а до этого вообще не регистрировалось это заболевание, то в прошлом году с осени мы начали, жители нашей области, болеть. И в совокупности в прошлом году 51 больной был зарегистрирован, в этом году 34, то есть всего на сегодняшний день 85 человек. Ну, к сожалению, цифра потихонечку увеличивается, но хотелось бы отметить о том, что все-таки область многие годы очень активно все-таки иммунизирует наше детское население. В основном все прививки выпадают на детский возраст. И все-таки были такие хорошие резервы охвата прививками только те года, последние там 5-6 лет, когда все-таки была не вовремя привозилась вакцина, все-таки образовалась такая прослойка населения детского, которое было не вовремя привито, можно так сказать. Поэтому вот те случаи, которые в нашей области регистрировались, это привозные случаи, и они, в общем-то, были локально, распространялись только очень в таких, или в коллективах детских, или же это были семейные очаги. Первый случай – это когда в Каменское привезли, это из Киева, ромская национальность, и они активно между своими родственниками, в общем-то, распространили эту инфекцию. И, конечно же, эти все дети были не привиты. Вот в дальнейшем вспышка же от них же перешла в Кривой Рог, тоже к родственникам поехали. И локально, в основном это было этот городок, там где переселенцы, и переболели вот именно местно те, кто там проживал. Вот, в Днепропетровске сейчас вот отмечается у нас, зарегистрировано 14 случаев, это 10 детей и 4 взрослых. Это в основном произошел контакт в детском учреждении, в детской больнице. И вот на сегодняшний день те контактные, которые были в поле зрения, и в основном, опять же, это непривитые дети, в основном эти люди болеют. Единичные случаи, это вот по области у нас были Клиничанский район, Васильковский, Днепровский, Новомосковский, Желтые воды, это буквально 1-2 случая, это семейные такие вот локальные случаи. Вот приехали к нам буквально из... на Новый год жители Закарпатской области, семья, мама и 4 детей, и вот в Магдалиновку к своим родственникам благополучно в дороге заболели курью и приехали к нам сюда. Вот сейчас лечатся в 21-й больнице инфекционной. Поэтому вот так вот идет миграция населения. За счет этого, конечно же, есть большой риск о том, что она будет завозиться, и внутри уже нас, кто не привит, так сказать, все-таки попадает в зону риска. Давайте, знаєте, про що поговоримо? Ну, дійсно, щеплення потрібно робити, але інколи бувають медичні застереження. І доволі вагомі застереження, коли батьки відмовляються робити таке щеплення. Яка загроза для дитини? Як уберегтися з одного боку, а з іншого боку не нашкодити оточуючим? Я хочу сказати о том, що фактично золотий стандарт імунізації – це 95% колективного імунітету. 5% остается только на те случаи, когда действительно есть противопоказания у людей и действительно получить именно живую вакцину. Потому что КПК – это вакцина корь, эпидпаротит и краснуха. Да, это живая вакцина. Поэтому только случаи иммунодефицитов,
как приобретенных, так и врожденных, вот является единственным противопоказанием к этой вакцинации. И острый период любого заболевания. Все остальное абсолютно, это просто надумано. И я хочу сказать о том, что в принципе в области, вот по нашим данным, мы же мониторируем, мы в прошлом году, вот за 2017 год, мы уже итоги подводим. Мы детей привили в год и в 6 месяцев, и в 6 лет, которые вот по плану, более чем на 100%. То есть даже вот превысили, потому что, ну, был перерасчет тех детей, которые вот по плану 16-го года в 17-м году. То есть это сознательность родителей, да, и действительно не было. Мы в прошлом году внедрен фармакологический надзор над всеми вакцинами и над туберкулинодиагностикой. То есть заполняются все формы, даже на повышение температуры. Полностью идет регистрация, и все эти формы отправляются. Сначала мы анализируем на своем уровне, потом это все идет в Державный экспертный центр. Если идут какие-либо уже более серьезные реакции или, не дай бог, осложнения, тогда вообще проводится расследование. Поэтому была у ребенка припухлость, была боль, была капризность, была температура любая до 38 или выше, это все зафиксировано. Поэтому однозначно медики контролируют и, так сказать, чтобы маму можно было, родителей убедить, насколько вакцина опасна или безопасна. Для того, чтобы сегодня, ну, в принципе, родители практически, ну, от именно этой вакцины у нас в нашей области не отказываются. Дивіться, да. У кого кращий імунітет? У того, хто в дитинстві захворів, перехворів на кір, або у того, хто свого часу зробив щеплення? Он как бы одинаковый, только вы знаете, как бы здесь можно предостеречь и минимально, да, так сказать, получить его, или же переболев, но никто не знает, как перенесет человек заболевание. Слава богу, в нашей области сейчас вот эти случаи, это все средней степени тяжести, и даже есть и легкие, которые даже люди отказываются от госпитализации, лечатся на дому, и слава богу, это все благополучно. Но, знаете, всегда может быть какие-то исключения, и, к сожалению, Одесская область нам показывает о том, что все-таки риск тяжелых последствий, особенно если еще это имеются какие-то хронические заболевания тяжелые, то это, конечно, очень опасно. Давайте пораду дорослим дамо. Ну, якщо так сталося, колись не було вакцинації, чи потрібно її зараз робити? Це по-перше. І, наскільки я знаю, певні думки ходять з приводу того, що 15-20 років ця вакцина добре працює. Потім людина може захворіти, так це чи ні? Ні, смотрите, я хочу сказати о том, що в Україні з 68-го года велась уже масова імунізація проти цієї вакцинації. Тобто, в принципі, люди, рождені там, от як пишуть, там з 57-го года рождення і старше всі, ми вже отримали в своє время, там однократно було, потім двократно ввели. І, в общем-то, вже хтось болів, тоді в то время була і висока заболіваємость, да? І, в общем-то, напряженность иммунитета в той прослойке населения, она как бы присутствует. На сегодняшний день дети в год и в 6 лет должны привиться. Дальше, если прописано в нашем приказе министерском по профилактическим прививкам, по эпидпоказаниям желательно провакцинироваться лицам до 30 лет. Те, которые были или не привиты, или не помнят совершенно свой анамнез. Ну, так случилось, вот не сохранились карточки и все. Вот это то, что прописано в министерских приказах. Дальнейшее все-таки сохраняется, ведь мы же смотрим по ситуации, в основном болеют или молодежь, или дети. Или дети. Да, дети. Дивіться, в основном. Ну, якщо вже так, є бажання вакцинуватися, чи є вакцини? Значит, мы за государственный бюджет, существует государственная программа иммунопрофилактики, в которой государство закупает и дает бесплатно родителям провакцинировать детей в год и в 6 лет. Если, или же до исполнения 18 лет, да, по индивидуальному уже календарю, это бесплатно. Все остальное уже старше, это все за счет уже самого пациента. Поэтому, и это все есть в аптеке, так? Да, это можно уточнить в той же медакадемии, или же вот есть частные клиники, которые практикуют именно вакцинацию. Там мы спрашивали, вакцина от кори есть. Нет. Не надо массово всем бежать, потому что, в принципе, по даже тем, кому сегодня 30 лет, по тем нашим показателям, когда мы раньше вакцинировались, эти дети все привиты были на тот момент. У нас, ну, практически 100% выполняли программу. Поэтому, если подумать, то практически тогда була школа і дитячий сад, однозначно, без прививок ніхто нікуди не ходив. Добре, ну давайте тоді поради загальні для всіх, як
зробити так, якщо захворів, що робити і що робити, аби не захворіти? Однозначно, если заболел, вообще нужно вызвать врача, вот при любой температуре, недомогании, вирусная инфекция, сейчас сезон вирусных инфекций, оно все наслаивается, все вот эти инфекции, они имеют единое начало, как правило, но когда уже идет период высыпания, и вообще заразность идет уже до момента появления сыпи, за 2-3 дня, поэтому если такой больной пойдет в поликлинику, все проконтактируют, если он пойдет в больницу, все проконтактируют, поэтому нужно, обязательно лучше на дом вызвать врача, это первое, а для того, чтобы вообще этого не случилось. Все-таки мы стремимся, одна из как европейских стран, для того, чтобы наша страна была свободна от как и от полиомиелита, да, точно так же и от кори. Поэтому если мы будем все время поддерживать вот этот коллективный иммунитет, в городе Днепре, в городе там, Каменском, в Кривом Роге, вот везде будут так привиты, во всей нашей стране, то тогда просто это будет единичный случай, это инфекция, она просто невозможно будет ей распространиться. И 10 секунд, если есть желание ехать в Одесскую область, числи туда ехать взагалі зараз? Ну, это уже каждый выбирает. Если он точно знает, что он привит все-таки. У нас просто даже среди сотрудников, у кого дети сюда приезжали в гости, то шли здесь и вакцинировались, и возвращались. Дякую, что знайшли змогу и завітали до нас. Но глядачам 9 каналу нагадаю, что у нас у гостях була керівник відділу лікувально-профілактичної допомоги дітям та матерям Дніпровської АДА Наталя Шмалько. Говорили про кір. І, на жаль, треба вакцинуватися, кажуть фахівці.